Вьягхра означает тигр. Движения в асане напоминают гибкость и подвижность семейства кошачьих. Отсюда и название. Достоинства асаны. Эта поза очень полезна для позвоночника и нервной системы, поскольку обеспечивает хорошо скоординированное вытягивание передней и задней частей туловища. Растяжение позвоночника и, соответственно, расширение легких. Поза влияет на двойной изгиб позвоночника, укрепляя его. Растягивая и сокращая позвоночник, она словно выворачивает естественные изгибы спины, укрепляет мышцы, разжимает позвонки. Увеличенное пространство между позвонками помогает высвободить окончание спинных нервов, что оказывает благотворное влияние на всю нервную систему. Горизонтальное положение легких и диафрагмы благоприятствует процессу дыхания. Оно становится более глубоким, так как нет лишнего напряжения на сердце, из-за силы тяжести и диафрагма, находясь в естественном положении, может работать более интенсивно, стимулируя движение энергии в нижнюю часть спины. Третье. Постепенно снимается напряжение шеи и головы. Четвертое. Сокращение живота улучшает мышечный тонус и помогает пищеварению. Пятое. Сокращение живота увеличивает перекачивание венозной крови к нижним конечностям. Энергетический план. В Вьягхрасане позвоночник подвержен двойному действию растяжения и сокращения, что стимулирует движение пранической энергии в теле. Манипура и анахата особенно активизируются в этой асане. Энергия перетекает легко вдоль позвоночника к голове и равномерно распределяется по всему телу. Движение конечностей стимулирует боковой приток энергии, в то же время как сокращение живота воздействует на энергию в районе пупка.